при вас открываю ее. Газ выходит, слышите, все нормально. Наливаем в 3 бокальчика колу. Все, есть. Видите, что газ вышел, то есть все нормально. Так, теперь что я делаю? В 1 бокал кладу сахар. Положил. Все. Сахар переиграл, там что там играет, не знаю. Дальше следующий наш шаг. Берем немного пепла от сигареты. Кладем в другой бокал. Положили. Тоже видите, там пузырьки пошли. И все. А вот теперь следующий бокал будет самый интересный фокус. Так, это можно убрать. Теперь смотрите. Беру сахар и натираю его пеплом. Тут много даже не нужно, лишь бы. Сигарета сгорела не полностью. Так, ну у меня сейчас будут грязные руки, уж не обращайте внимания. Сейчас я вытру. Итак, момент истины. Смотрите, что теперь будет происходить. Правда, реакция происходит не всегда сразу. Нужно чуть-чуть подождать, но все равно она происходит. Вот такое вот кино интересное получается. Когда в колу добавляешь...